Ебать, как ну, топор косичь. хуй с ним. А, кстати, а где можно посмотреть, какие чарки вообще с ТДГ падают? Там где-то на форуме. Здесь так, кого еще одного отправить на этот, на второй? В субботу. Два Эллима у меня, два мага. Ваку, ты, у тебя в субботу будет же время, да? Слушай, второй рейд будет? Я хочу нажать покинуть руку. Ну или на присутствие. Ну, здорово, тебя. Ну иди, пойдешь во второй. Я хочу во второй, да. О. Мне нравится количество конкуренции, скажу так. Мне нравится, нет контов вообще. Заебато. Блядь, никто не поздоровался. Говорю, привет. Привет, ребят. Ладно, ребят, давай, давайте по-быстрому смылимся и погнали по-бырому, закроем эту хуйню и полетим целка сразу. Вот это приятно. Ну принимайте сумон, блядь. Че вы там? Вы кто сейчас не расходите, ждите. Сейчас целка пойдем после. Кунка. Да. А, я масло покупаю. Кунка Бентли. Да какое масло покупаю? Да забой хуй на масло. Ты мне его дашь? Сейчас я это приму. Ты мне тычи, чувак, у меня ничего нет пока. Дермич, ты в ДД фонарь пускай тонет. Можно начинать? Да, можно. Рыба была, нет? А, ну ладно, потом. Я видел. Блин, ты одного затаунтил, я второго на пулю, все, плохо что ли? Ну, короче, мы разберемся. И массакру сдал, конечно. Дэмэджа вообще нет по ним, нахуй. Че, весь трэш почистим, да? А да, конечно. Сразу весь трэш защищаем. На собаку сначала? Ну, трэш сначала защищаем, потом да, на собаку. Вообще. Потом на смоку. Сейчас шумит, нет у меня? Нет. Натурально. Шумит, Бентли, шумит. Очень громко шумит. Шумит. У кого-то это у Бентли. Бентли, выключи микрофон, пожалуйста. А. Здорово, Кунка. Привет. Ну как ты на лохе? Я не играю. Кто-то еле-еле разговаривает. Привет, ну, это Пристина, там его на 1000% надо делать. Пристина? Да. Пристина? Кто придумал это имя? Нет, Каролина. Сейчас слышно, нет, эхо есть? Да, вроде нормально. Ебейшее. Это у кого-то другого, нахуй. Это у меня. Кунка? Фонарь, охни своего попугая, блядь. А он сейчас не говорит ничего. Он ничего не говорил. Бля, беба. Да, я беба. Все равно охни заранее, чтоб не пиздил. Я вообще не помогал убить попугая, блядь, он сын. Ты имеешь в виду подойти попугаю, уебать разок, да, двоечку? Или научить плохим словам. Да, его напугать можно, он сдохнет, это ж попугай, они типа, ну, от страха могут умереть. Да, пиздец, кринж. Фонарь, я приеду и напугаю этого попугая. Нет, блин, не надо, пожалуйста. Да попугаю вы, естественно. Знаешь, как я орать могу, ты знаешь, да? Вот вы злодюки, блядь. Знаю. Он испугается, как ты думаешь? Да он там вообще... Да он твою рожу увидит, опускается. Еще в два раза. Попугай сам падает, нахуй. А как вы думаете, почему попугая назвали попугаем? Это же прям созвучно, да? Попугай. Ну, как его зовут? Попугай. Помни, фонарь? Попугай? Иннокентий? Как оригинально. Ну, Кеша. Кеша. Да. Кеша, блядь, прямо как в мультике этом советском, блядь. Всех мобов убили уже? Нет, вон еще один моб бежит. Стойте, еще один. Его зеркало. Нет, там еще мультик был, где этот тракторист трахал этого петуха. Мультик был? Да какой нахуй, блядь, про Кешу нахуй был, блядь, мультик. Советский-то, где он его трахал? Да, Кеша. Да какой нахуй, блядь, пиздец. Мультик, блядь. Да, я помню, там еще во второй серии кримпай был. Че за кримпай, че дает? Да-да-да.
Какая тишина резкая. Так, блять, у нас два редара всего лишь. Все пошли в угол, что такое. Кремпай. Да, очень вкусное пирожное. Да. Кремовый пирог. Пирожное — это кейк. Пай тоже можно. Пирог. Пирог. Я слышу, если в гугле ввести, а Two Girls Cream Pie, это там вообще... Нет, Two Girls One Cup. One Cup. Не-не-не-не-не. Nobody. 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 Сейчас так нормально, слышно? Так, вроде нету эхо бенты. Да, вроде нормально. Бля, чё за бред, у меня настройки в Дискорде поменялись, какой-то... Эхо появилось. Я тебя взломал. Ты без наушников типа сидишь или что? Ну сейчас в наушниках. Ну и тогда сидел в наушниках. А тогда. У меня вроде тоже есть эхо, если я включаю микрофон. Там, кстати, в Дискорде там типа есть эхоподавление, там ставишь галочку и все. И оно пропадает. This magic. Блять, баная собака, я два раза ее сегодня уже убивал. А чё, мы сразу собаки? Он Люли три раза ее уже убивал. Так, у кого нету доступа в первой ячейке, давайте трейд и милишные, и спадашные. Раз дашь ли тебе помочь? Ну, я взяла немножечко так. Фу. Других основных мейнерсте. И мили, и спада тоже. Функа. А. Так, попозже, попозже. Окей. Можешь отписать в личку. Давай, трейд. Сразу дикпик приложу к фотографии. Первая, вторая пати, плюс Мася и Ричлин в Мелизоне будете тусоваться. Сначала будет бить второе пати из миликов. Первая пати потом. Чтоб давали раньше. Еще раз повторяю. Первая, вторая пати плюс королева и мася. В милизоне. Фиолетовый дебаф, напоминаю, постоянно прыгаете. Вы не были в стане. От поездов отходим с фиолетового и зеленого луча. РДД растасовываемся в шахматном порядке со стороны печеньки там. Метки не сносим, просто хороним людей. Если есть засейвится, то засейвится. Нет, так умирает. На пул на фонаря. У меня, кстати, почему-то фрейм забагались. Сейчас ревогнусь по-быстрому. В середине сагаешь этот фонарь? Вот сюда к мясу? Как обычно. Там, а где ты вот сейчас. Я сам в жопу встану. Я типа еще дальше встану, туда. Там, где вот кости посередине, там кровавый ошметок, там где-то uh-huh. буду. Это кринж, нах. Так, давайте же на ФК. И на пул, короче. Рыба стояла же, вроде стояла. Все, идем рынж набираем, если что, слушаем, если кому-то место надо, то... Вы говорили, что на прошлом КД вы поменяли тактику, можно ее объяснить для тех, кто не был? Мы не меняли, мы бьем ее так же. Так же, как и били. Первая пати ФК. Первая пати на стоит ФК. Отдыхай, поехали. Потесниться акум. Гера будет. На, давайте я чё, чё вы Гера не знаете. Фиолетовый. Выйди. Иди тогда туда. На тебе должен быть зеленый дебаф, всяк, блядь. Ты в первом пати находишься. Ой, фиолетовый точнее должен. Ладно. Ну ладно, мне зеленый. Понял. Мили лужа. Нормально. Бля, мне лучше умереть, наверное, я не знаю. Гл
Или у Баблма с экрана поездах сразу. Никого гон. Конфел, дай выйти отсюда, блядь, отойди, да я пробегу туда на ту сторону. Выходим с поездов сейчас. Блю бабл мастера. Вышли зеленого, да. Вышли с плету. РДД. Рэнж держим. Сука, крас, нахуй не стоп. Милики. Фонарь, как ты, блядь, по-китайскому нахуй лужи повыносил? Нет. Я у стены стою, выношу там. Ну, значит, милик какой-то уёбок вынес лужи, крю. Лексуар, дай сокру. Сейчас лужа будет. РДДшка. Вы умрете. Иду умирать. Обстрел аккуратно, поезда отходим от лучей. Вышли с лучей быстрее. Раньше набрали, сейчас взрыв будет. Лужа. Буквально 6 секунд. Прохил. Рэнж держите. Лужи на мильке. Блять, кто там стоит? Барбарос, ты ж можешь стать чуть правее? Всё, заебись. Положи мили. РД. Отлично. Ещё поезда будут. 10 секунд. Дайте прожимку, пожалуйста. Так не достаю за поездов, с поездов вышли быстрее. Вышли с поездов. Кинулись. Лужа через 6 секунд. Метки вынесли, Мася, отойди куда-нибудь быстрее, да подальше. Чтоб фонаря не настал. Конечно, пиздец какой-то, с первого раза собаку. Они её чуть-чуть понерфили, кажись. По-по-по-по-по, кольчуга на Аршама и на Ханта, кстати. Или чё, это не... Не, это на Энха. Это на Энха. Можно разбойника паролить? Я на Энха бы взял. О, перчик, который хотел себе Онра. Этот... Можно мне ролить на Энха? Я так понимаю. Ну, там они, просто, они там много кому. Да, на Энха можете сразу ролить, остальное. Перчи вообще кайфовое, кстати. Вот и остальное все отказывать. Ну, питомца, питомца можете тоже. Я на эту нажал, на древковый кубик нажал. А с чем перчи с каким-то? На слот пайпа. То я вообще не вижу там так, лишних перчаток. 4 крита. Че ты не видишь? Много кому идут. Они много кому идут. Подожди, 4 шмотки выпало? Да. Выпадало аж 3 вроде бы, да? Надо и 3 шмотки, и оружие теперь. Они добавили, добавили шмотку. Понял. Я ЕП готов записать. А в десятке уменьшили шмотку, да? Чувава. Не-не-не, в десятке тоже 3-1. Нет. Не, подожди. 2. Одна пуха, одна шмотка в десятке. Один токен. Ребята... Ну, готов, окей, но перчи, ну не, я потом разрою. Чувава, тебе надо эта палка? Хорошая. Нет, у меня есть. Ребзя. 25-ки просто осколки убрали все. Короче, я знаю, что можно сделать, чтобы пройти с ВКХМ на изи.
Первый плюсик в чат даю Пета. У меня есть. Или чат, я первый написал. Все, даю Бентли. Сюда, ебать. Не, просто в чат. Давайте суманимся и поехали сразу. По сейвам. Глю первое, мануть мы будем давать. Люксор второе, а Реслин третье. И три сокры у нас есть. Нормально. Что, запустим? Наверное, бухнуть. Да, конечно. Ну, мы запустим. Ну, Геру дадите на процентах, так, 48-45, где-то так. Вообще на полно. У нас еще 4 минуты, когда Гера. Ну, похуй, значит, без Геры будем бить. И болту Геру ждать. Всех там много. Давай, отчеты дали. Рита ФК, стоп. Стоп, не пыляйте. Где-то есть желтые крысы? Нихуя ж не писала, да? Просто пошел нахуй. Бля, плея тихо. Давай, отчет. Ну, написал бы, Рид, просто, блядь, вдруг у тебя свет вырубили. Мы стрим, блядь, ждем тебя, как долбаем. Напиши, пожалуйста, и все в следующий раз. Okay. Не маленький. Вроде. А, словите кто-нибудь эту хуйню, пожалуйста. Ну, этих духов. Там шарит, забыл сказать. Нет. Я поднимаю. Дермича, ты кому? Перекройте сверху. Эма, дай на тьму люксо, этот глю. Зашли. Вышли. Ебать вагоны нахуй. Никто не перекрыл, да? Серый, дай бэр по Мирае. Ой, дай бэр по массе. Нам было сокру давать, ладно, похуй. Ну, тьму освободи. Дай сокру фаны. Да. Прохил. Поднимите рейд по хп. Гера 2 минуты, напоминаю. Уже давай, там многие кто умирает. Глю, твоя следующая сакра подкаст будет. Или ксор твоя мана тьма будет. Я собери тьму. Метки, секунда. Зашли. Вышли с пончика. Давай сокру и мана тьму жмите. Прохил. Реслин, забери ману тьму. Люксор, твой следующий сокром. Зашли в каз, зашли в пончик быстрее. Вышли, бьем. Давай сокру. А Реслина ману тьму жми. Я тебя не буду вставать. Опять этот дырковый. А что такое? Нормальный сетбонус. Почему такой мусорный чарки, блядь? О, запы упали хотя бы. Так вот, критическое исцеление с хитом, они долбоебы? Они полные долбоебы. Кирилл, мы тут за ЕП забираем? Да. Юль, там не только критическое исцеление. Там критический урон. Да, извините. Мне Кунка не вернул, блядь, единственное, что у это... у меня перчи. Перчи, ну. Какой же кал падает. Мы собирались ТТГ распределять по консу, но слишком много нытья, блядь, в пизду нахуй. Мне заебало это выслушивать, поэтому будете забирать по ИП. Не, ну вообще, наверное, лучше бы по консулу, что ссылка в ТМ. Мы просто за консул, не знаю, кто там ноет. Кто ноет, да, пизды. Даже готовы, блядь, отдать.
Вообще надо усиливать тех, кто умеет играть за свой класс. Они ну да, да. Просто дает 10к и будет давать 10500. А что, может, проголосуем сейчас в рейде, не? Ладно, смотрите, а как... Хорошо, я не топлю за ЕПГП, а как вы между хорошими двумя, допустим, игроками будете выбирать? Ролл. Вон два человека ролят, например, по столках ХМ ходит, просто два человека паролят. Ну, как хотите. И мне похуй, типа, это вообще я впервые слышу, что в ИП, ну, точнее, я недавно услышала. Ну, ставьте плюс, если это, если больше плюсов будет, то тогда распределю так, нет, так будете по ИП. Какие плюсы ставить, на что? По консулу? Это за консул. Голосование просто, да, нет, типа. Да, плюсы ставьте, и все. Сейчас посмотрим, сколько плюсов. Если дохуя, то тогда по консулу раздам. Типа по-человечески договорился, там надо, не надо, блять. Больше сейчас 14 человек. Да можно через РЧ сделать, так проще. Ну, да, да и так 14 человек. Ну я 15 считаю. Так на чья это платье? Ну да, кстати, было бы правильно. Было бы еще что было бы, что еще раздавать. Ладно, так, метки выносим влево-вправо. Юля, на диспеле максимально. И там помогаете кто-нибудь, я ищу. Блю там или Ксора кто-нибудь. В мили попробуем. Милики от сокрушающего удара отходите. На первобытном ужасе становитесь спиной. Друг, бафни, пожалуйста. Так, теперь получается здесь любая шмотка может упасть, правильно? Не то, что получит. Вообще любая, правильно, с каждого босса падает? Нет, нам, любое нам два, оружие с каждого босса, а нам два древковых, Не, шипы нихуя не понерфили, шипы он, блядь. Ну, я просто в десятке дал 26к, а здесь 23 тут. Оружие. Поэтому что-то не то. У нас аура на кас на дыхание мраки отменялась. Не всегда была. Ты еще это учитывай. Не 3к ДП все равно. Арчи на полумах. Все, поехали. Давай отчет, блин. Че, лагов не будет, как раньше? Поехали. Я размечтался. Это Сирус, тут лаги всегда есть. Метки там позвучивайте, что просто выносили, когда появляются я без добавления. Метки. Метки. Вижу. Спиной стали эфир. Милики отошли. Метки. Холищ. Фир спиной стали. Меточки. Милики. Меточки. Хиры спиной стали. Я вернула, похильте меня, хилы. Какой выносим? Метки вынесли. Милики. Фир. Метки. Меточки. Милики. Фир. Спиной. Меточки.
Только в рейде, кыш. Ой, да ладно. Не на ханта ноги выпали, да? Я в ахуе. Холли пал? Ну, можешь забирать ноги сразу. Там с чаркой? Да, да, чарка, верный выстрел, с вероятностью 10%, активирует эффект в нужный момент. Блять, руки на холли пала с критическим уроном, охуенно, блять. Там критический урон на исцеление. Да, да, да. Чего читать не мечтать, уже второй человек. Там написано просто урон, посмотри. Алкинфел можешь кинжал сразу. Да, тихо, это... подождите, шанс. Ребят. Пожалуйста, ребят, подождите. Алкинфел можешь кинжал забирать. Он 1.4, он топовый. Охуенный. На мутик. И сразу вышел алкинфел. В левую руку, если что. Посохи хочу. Это... Алкофел, ты занидил? Ну, так он апнутый, да, я тебе говорю, он лучше, чем твой мрачный нож будет. В левую руку 1.4. Ну и эти перчатки на хулипала, я вообще не знаю, надо кому-то. Не, мне не нужно. Ебать, сейчас сисяка будет давать нахуй. Так, поехали. Это хуйня кольчужная наршама. Рития надо? Ну, не только на Эршама начнем, а на Элема тоже. Ну, да. Ну пусть Рид забирает, типа, если она ему надо. Потому что у меня... Забирай этот, кинь кунка эти перчатки. Ты про кисти просто говоришь? Просто я хочу посмотреть на Эршама, который... Не надо. Тебе их дать или... Это Элема хороший. Просто кинь в речат и поставьте плюс, кому вообще нужны эти перчатки, которые... Я бы взял, они, типа, у меня есть вот эти перчатки, но я хз, типа, какие выпадут. Не про эти так, сейчас, Это про кожаные, подожди. Так, боссом, Мирай, Кунка. Ну тут впредь всем четвером роль титана. Скинь штаны, я пойду сразу камни сделаю. Так я же тебе сказал, забирай их сразу. Ну, типа, не знаю, я отказался по ключу. В луте их нету, кто-то занидил. Сейчас посмотрим. А, вот они, у Алисина. Всё, спасибо. Так, дальше поехали. Короче, боссом ты на наш... Древковая. Да, надо. Два штуки одинаковых. 2 по 10. Да мы уже договорились, что не по ЕП. А, еще да, кому-то надо? Забыл. Да давай второй, никому не надо. Второй есть? Да. А. Наручи. Плюс поставьте. Да серный, да, похуй. А кому ты перчи отдал, кольчужный? Никому еще не отдал. О, хорошо. Не могу, типа, карнат, ты еще целкафрайм не ходишь, тебе ДПС не больше. Ну, ролльте, получается, скорее всего, без приз, барбарос, камешкин. Я тоже... Барбарос. Тяжело так подгадать, как ни с чаркой, ни без будут. Ой, ролл запорол. И обмен дай за кольчужные перчатки. Кто там, Бентли хотел или кто? Да, тебе не надо фонарь на лужу, эту хуйня? Мне кажется, хуйня какая-то, 130 единиц здоровья. А там 500 вроде, сначала еще говорили, но не знаю. Же. Если я кому-то еще такой. Надо... Да ну, бери, господи, ты у тебя же ботинки, мы же такие же выбили, нет? Они не да, смотрят. Ботинки такие же. И плечо кожаное еще с РПБ на крит урон. 2%. На крит. Это шанс крита. Подожди, почему? А, ну да, шанс. И вот перчатки еще такие остались. И все. На хп пало. Наплечники можно забрать-то? Или кому-то еще нужно? Ну там Алканфел вроде хотел. Так кто это он и говорит. А, ну давай обмен. Давай нагрудник заберу.